Здравствуйте, мои дорогие друзья и мои дорогие знакомые. Сегодня я хочу с вами поделиться с моими приоткрытиями, приобретениями, которые я сама выдумываю и сама все это подготовляю, чтобы показать вам. Сегодня утром я уложила эту прическу с плойкой, но у меня была такая строгая и очень главная встреча, термин тут говорят на немецком, поэтому я это все сделала быстро-быстро и не смогла с вами поделиться и показать, как это делается. Пожалуйста, посмотрите, да, вот и сзади я это все сделала, посмотрите, и я думаю, вам понравится моя прическа, и я вот это уложила вот с такой плойкой, вот и розетка, Philips. Это плойка от Philips. И я хочу вам сказать, что тут в Вене такие плойки, фены, и которые делают лаконы, кудряшки, тут продается очень дешево для меня. Например, от 20 до 70, самое большее, евро. Поэтому тут недорого и можете покупать. Я вот это, например, я помню, самое большее 30 купила, даже 20, не помню. Да, у моей дочери есть такая плойка. Она, вы знаете, она вот поверхность от змеиной поверхностью. Это самое большее она купила, наверное, 7-8 лет тому назад. Это продавалось прямо в центре, не в магазине, а в центре от таких магазиновых рынок. Говорят тут центриум. Вот там в центре продавалась и за 100 евро она купила. Ее эту плойку от змеиной поверхности. Это была огромная сумма. Так как я говорю, здесь за 20 евро можно покупать. И хорошие марки Baby, Liz, Philips. И вот все эти хорошие марки вы можете покупать. Тут уже появились, вот дочка купила эти расчески за 30 евро или как, которые с розеткой, стоком эти расчески. Да, и вот я это купила, наверное, в прошлом году. И вы знаете, я вам говорила, я это сделала вот таким прямым образом. Вот, поглядите, вот, пожалуйста. И я хочу вам сказать, что перед укладкой я употребляла вот это Native Cocoa Oil, то есть кокосовое масло, которое здесь